посмотрите Владимир Бо, Герчик моя религия. Все четко, понятно. Час, 5 минут, дневка. Окей? Вот такая вот должна быть картинка. Давайте сейчас пройдемся по всему и посмотрим. Очень хорошая дневка, возврат, уровень откатный. Не суперсильный уровень. Ну, так, если, в принципе, чуть-чуть выше бы его провести, вот здесь вот, скорее всего, я бы даже выше чуть-чуть проводил уровень, был бы зеркальный уровень. Но not bad. Учитывая то, что, в принципе, на 5-минутке уровень подтвердился, видите, все понятно, где поставил стоп, где зашел, чуть-чуть высоко взял вход, чуть-чуть высоко, надо заходить, стараться выше уровня. Очень красивый часовик, видите, нету глубокого отката с поджатием. Великолепная сделка, 5 с плюсом, описано отлично. Поэтому вот такого типа формата сделки должны быть. Ребят, если честно, это иногда заебывает. Одним на белом фоне тяжело смотреть, одним на черном фоне. Фон один выбрали, это белый фон. На мой взгляд, белый фон. Он самый лучший, все четко видно, лучше, чем черный фон. Раньше был черный фон, все жалились, что был черный фон. Поэтому белый фон будет, и присылайте только сделки на белом фоне. Всем все нормально. Если всем все нормально видно на белом фоне, поставьте, пожалуйста, плюсы. Я считаю, что белый фон он очень хороший, и все идеально на белом фоне видно. Так, идем дальше. Так, Максим Ураков, окей, поехали дальше. Что это у нас такое? Видите, вот приятно смотреть, Сейчас мы посмотрим, где системная сделка. Приятно смотреть. Смотрите, дневка, часовик, 5 минут. Сейчас мы сначала посмотрим дневку. Видите, вот четко человек определил, какой уровень. Смотрите внимательно, видите? Давайте посмотрим. Так, да, направление верное. Инструмент зашел в шортовую зону, продолжает дальше идти. Я бы тоже шортил. Так, идем дальше. Уровень с дневки. Задело спредом. Абсолютно нормальная сделка была. Очень хорошая. Очень плавный часовик. Отличная дневка. Хорошие уровни. Отличная пятиминутка. Я не вижу никаких ошибок. Честно, если бы не спред, тебя просто спредом задело, это обидно. Поэтому нужно торговать американские акции на Америке, а не на Форексе. Если бы ты торговал американские акции, Максим Ураков, не на Америке, вернее, не на Форексе, а на Америке, тебя бы не выкинул, и это была бы великолепная сделка. У тебя появились сомнения, ты заходил под уровнем, нормально, у тебя появились сомнения только потому, что тебя по сделке выкинуло. Твоей вины здесь не было. Сделка очень хорошая со всех сторон. Очень мне нравится. Никаких проблем к этой сделке нету. Так, окей. Тигран Шарафян. Бар Вонцис. Великолепная сделка. Шикарная. 5-минутка дневка. Очень классная. Внизу пустота. Закрытие под самый лоу. Вблизи уровня. Затухание волатильности. Поджатие, просто красавелла, очень хорошая сделка, великолепный уровень, 5 с плюсом. Коротко, простенько, ясно. Я бы даже такой стоп, честно говоря, не ставил. Я бы стоп даже поставил чуть-чуть меньше, то есть стоп можно было ставить вот сюда за базу, и тогда ты бы мог реально тейк там взять 6, 7, даже 8 к 1. Шикарная картинка на дневке. Очень красивое параболическое закругление, великолепное закрытие, великолепный уровень. Тигран, просто отличная сделка, вот на мой взгляд, просто 5 с плюсом. Очень красиво, очень четко и очень простенько. Запомните одну очень важную вещь. Сделки должны быть простыми. Если вы смотрите на сделку и начинаете вдумываться, скорее всего, там никакой сделки нет. То есть сделка должна быть простая, четко и понятно.